центрального защитника. И что, поздравляем Неймара с первым голом. Получился он неказистый, такой корявенький, но главное — гол. Это самое важное. Надо тоже еще так вот суметь подкараулить промах, ошибку соперника и воспользоваться своим шансом. Кави начал эту атаку, сыграл на фланг. Здесь Санчес входит в штрафную, ушел от Гризмана, прострел, небольшой рикошетик, и надо было выносить мяч Кадамура. Он уже замахнулся, но, возможно, услышал команду Клаудио Браво и уступил этот мяч. А вратаря опережает 11-й номер Барселоны Неймар и забивает свой первый гол в чемпионате за Барсу. Голевые передачи были, голов не было, но вот и случился этот очень важный для молодого бразильца момент. Барселона, несмотря на внешне неудачное начало этой встречи, тем не менее уже на 5-й минуте вырывается вперед. Отвечаем. 5-я минута. Неймар после прострельной передачи Алексиса Санчеса. Ну и